Всем привет, дорогие мои друзья, хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в боевую лигу хаоса. Битва, ребята, колоду не меняю, колода все старенькая. Даже, по-моему, не улучшенная, но, тем не менее, играбельная на данном уровне. Так что давайте посмотрим, как у нас пойдут дела сегодня. Какой мне достанется противник? Ага, Киото, понятно, карта, значит, такая у нас. И у него... артиллерия, да? Баллисты. О, домик пиратский, замечательно. Так, 50% успеха уже должно быть, ребята, это факт. Ах, ты смотри, что у него кит этот есть. Как его там величать-то? Моби Дик? Что-то такое вроде бы. Так, ладно, хорошо. Так, Минотавры узал, вот это плохо, ребята. Вот это плохо, ну! Так, привидение не успело немножечко справиться, конечно. Давайте, наверное, мы Хейда выставим. Понеслась, родная. Да, алхимика разбомбили только в путь. Так, самурай, ну что он сделает? Ну, в принципе, давай, ребята, колбасьте его, колбасьте. Нет, все-таки он больно мощный. Как-никак танк у них тут местного разлива. Давайте, наверное, пеликана отправим, да, по этой дорожке. Нет, погодите, ребята, никаких великанов. Нам нужно уничтожить Фрэнки. Этот еще тот гаденыш, блин. Ну, опять он своего этого Моби Дика бросает, гад. Блин, он не так может базу разбомбить только одними этими китами. Хотя не факт, ребята, смотрите, мы уже практически есть. Уничтожили одну из башенок, а теперь остается только лишь уничтожить самую главную. Попробуем это сделать быстро, безболезненно и бесшумно. Блин, этот алхимик достал. Вот, иди отсюда. Как раз пока он дойдет до моей этой базы, мы здесь, наверное, его... А, нет, нифига не получается, ребята. Опять он вызвал своего этого самурая. А зачем он ускорение это сделал? Дурик. А, ну ты дурила. Он думает, что это ему поможет. Нет, это уже его не спасет, потому что мои пираты сейчас просто будут его колбасить потихоньку. Ах, ты вот как сделал. Гаргули вызвал, да? Гаргули сейчас несут пиратский домик. Ну, расстреливайте давайте. Так, 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 отлично. У меня есть вот такая штука. Можно будет ее потом применить. Так, Минотавр идет. Ну, давай, 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 давай. Убивай его. Отлично. Блин, не успеет он добежать, конечно. Жаль, а так бы два удара буквально... Да ты на самом деле припарил уже, а? Блин, алхимик. Не дает он мне, ребята, блин, подобраться к его главной базе. Ладно, фиг с ним. Главное тогда продержаться нам 22 секунды, не потерять свое здание. Чтобы хотя бы победить. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас он мне одну... Да, ребята, уничтожил все-таки, подлец, подонок, я не знаю, как это назвать. Так, время пошел отсчет, у нас ничья... Да ладно, я еще тут еще проиграю сейчас нафиг. Ну, пиратишка, давай, стреляй. Вообще ничего не делает. Жесть какая-то. Не-не-не-не. Не успеет у меня мой пеликашка долететь, наверное. Или успеет? Нет, к сожалению, не успел, ребята. Вы представляете, да? Буквально один удар там нужно было нанести, чтобы победить. Нет, я во всем виноват, просто я расслабился слишком рано, думал, что все, я на коне и, как видите, стал играть немножко не так, как нужно было. Хорошо, ладно, ребята, это был первый разминочный бой, так его назовем. Еще у нас впереди много боев, так что сконцентрируемся и сосредоточимся. Хотя на самом деле вот этот вот оппонент, с которым я только что дрался, он не такой уж и силен-то был. Просто взял скопом всех своих мощных юнитов, выставил на моей территории, и я проиграл. А я, дурак, вместо того, чтобы защищаться, вставил на его территории. Думал, успею. Вот в этом была моя ошибка, ребята. Так, ну что, давайте. Сковородница у меня пошла. Пошла, ага, она выбрала эту тропинку, ладно. Так, у меня домик. Ого, ого. Так, хорошо, я понял. У тебя очень много легендарок, да, значит? Или это эпические карты, я уже не помню. Йети здесь нам не нужен. Готов. Так, сковородница этих мумий разносит в пух и прах.
Блин, а вот пеликан-то здесь. Как же я его продинамил-то? Ё-моё, блин, смотрю туда. Ай-яй-яй. Ну ладно, хорошо. Ух ты, нифига у него, смотрите, ниндзя, блин, еще есть. Точно очень много легендарных карт. Видать, донатер еще тот. Что он делает? А, он делает стоп-время на мне. Ну, давайте, крутитесь. Все, здесь у него уже нету шансов, ребят. А он даже, смотрите, он уже и не играет. Нет, играл. Паучка-то он своего призвал, но поздно. Видно, всю ману он растратил и остался в проигрыше. Ладно, хорошо, ребята. Этот бой, мы скажем так, был никчемный, потому что противник практически и не играл. Поэтому плавненько переходим с вами к следующей битве. Колоду я менять не буду, потому что мне не на что и не на кого. Да и неохота, если честно говоря, мне это вполне устраивает в данный момент. Да, на имете, так что поехали. Тут у них что? Ну как же, опять же ожидание противника, а как же без этого-то? Ну и долго тебе ждать, елки-палки, где ты там, заснул что ли? Вот, появился. Так, начинаем сразу с таверны, ребята, обязательно таверну. Пускай она будет ему мозги колупать. Так, ну что, он пока никого не вызывает. Ага, у него лазерные башенки. Так, хайд, я не знаю, может быть... Ага, вызвал сковородницу он. Ладно, я думаю, что вот так мы с вами сделаем. Опачки, а вот это еще что за чудо-юдо, блин. Всадник без головы, да ладно тебе. Ребята, вы посмотрите, что происходит. Нифига этот всадник без головы, какой крепкий. Опа, он мне снес башенку, ё-моё. Нифига нежданчик. Честно говоря, ребят, я с таким еще не сталкивался. Буду теперь знать, что есть вот такой вот охламон, блин. Всадник без головы, блин. Довольно мощный чувак. Так-так-так, кого ставить-то, я даже не знаю. Давайте вот так попробуем. Пускай пеликан пока летит. Может быть, мы успеем хотя бы сравнять счет. Блин, он горгулей тут вызвал еще. 9 уровня причем, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Марсианы мои погибли. Так, он тут еще этих пистолетчиков. Ладно, хорошо. Так, ну у нас в данный момент ничья, но башня моя, самое главное, горит уже. И у нее очень мало хп. Че-то мне кажется, что здесь я проиграл, ребят, потому что... О, он еще и пески сыпучие делает. Хотя, фиг знает, если у него сейчас что-нибудь есть такое метательное, то мы, да, можем проиграть. Он просто сейчас бросит. Ладно, не будем, как говорится, ничего говорить. Если сейчас все прока... Есть! Какой нафиг есть? Еще целая минута. Че я обрадовался-то? Я же не базу главную завалил, ё-моё. А у него все шансы есть на это, ребят. Все шансы. Ну, давайте сковородницу-то... Блин, горгуль еще... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как, ребята, все... Все очень и очень опасно. Да... Сукин ты сын, он воспользовался вот этой вот песками времени, затянул меня в эту проклятую прорву и разбомбил базу. Второй раз я ошибаюсь на какой-то фигне, ну что такое, а что за расслабон меня берет, ребят, может я не выспался просто-напросто, а? Может пойти киморнуть немножко или наоборот попить крепкого забористого кофейку и тогда я приду в норму. Мне не хватает, ребята, вашей поддержки, если честно. Не хватает, блин. Где крики? Где, чтобы вы болели за меня, елки-палки. Знаете, как в спорте, блин. Когда слышишь поддержку, у тебя сразу твои все эти спортивные данные, спортданные повышаются на 50-60%, блин. Какую-то ересь уже несу. Видно, действительно, ребята, я не выспался. Начинаем тут. Так, смотрите-ка, Хейда... Ага, Хейд все... Сейчас они разбудоражат все. И Джин. Джин против Хайда. Так, и что же у нас тут получается? Что мой Хайд просто проигрывает Джину, но... Но-но-но-но-но. Джин тоже упал. Так, с этими мы разбираемся. Так, фараон. Мы его разбираем, ребята. Просто расстреливаем в хлам. Так, и... Да ёпрст, этот алхимик бесявый. Оу, круто мы его снесли. Так, а вот эти вот башенки, ребята, очень плохие, которые у него стоят. Это ракетницы. Они мне не нравятся, они меня бесят просто-напросто.
Ну, отлично, отлично. Мы просто снесли полицейских всех. И есть шанс. Даже неплохой. Или плохой, ребят. Ах, какая скорость. Блин, как бы мне ее прокачать, ребята, до 5 уровня. Вот бы она была бы вообще огонь. Ну давай, Хейт. Сейчас смотрите, что он будет здесь вытворять. Ой, я не завидую, ребята. Даже Минотавр здесь не поможет. Просто разносим его в хлам. Давай, 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 давай. Ага, фараона. Ребят, кстати, он сейчас столько энергии слил, а? Вы представляете, он вызвал Минотавра, фараона. И все это просто сгорело. В этом он сам виноват. Но, с другой стороны, я его прекрасно понимаю. Ему нужно защищать свою башню, поэтому он использовал все, как говорится, доступные ему варианты. Так, ну что, ребята, я так понимаю, мы будем добивать главную крепость. Он уже, я смотрю, все, не сопротивляется. В общем, сдался. Пеликан свое дело сделает. И я нас поздравляю, ребята, с очередной победой. Так что все нормуль. Плюс 28 кубков, то бишь мы все ближе и ближе к следующему рангу. Но он еще будет не совсем скоро. Но тем не менее, ребят. Так, ну что, давайте тогда следующую битву сразу же, как говорится, на горяченькую. Пока мы не остыли. Пока у нас все идет, прет. Так, что у нас опять Киото? Ладушки. Ага, у него вот такие вот башенки, ребята. Они очень сложные в плане того, что они стреляют ракетами. Они мне тоже доступны, но почему-то я их не особо жалую ставить себе. Мне нравятся больше мои тесловские. Оу, как он рьяно начал, смотрите. Франки вызвал. Так, давай, ё-моё, у него НЛО. Это плохо. Для меня это, ребята, плохо. Так, ладно, разбомбили. Тут у него еще Ван Хельсинг. Ясно. Ну, давайте, добивайте, добивайте, ребята. Отлично. Так, мушкетчики вышли, пираты. Давайте их тоже убьем. И начнем потихоньку, блин. Ах, как же меня бесят вот эти вот ракеты массового поражения, скажем. Алхимика вызвал. Сейчас убьет всех. Ну, конечно, давайте тогда, наверное, сковородницу, да. Ух ты, ты смотри. Блин, он уничтожил бомбой просто-напросто мою таверну. Хреново. Так, ну здесь мы тоже ничего сделать не сможем. Уфо, давай, давай, подохло. Фух. Ну, посмотрите внимательно, ребята. Мы на его территории в данный момент. И у него уже практически пол хп нету башенки. Сейчас он, надеюсь, на пеликана сагрится. Да, он ставит Ван Хельсинга. Ну, давай, пеликаша. Ну, бомбани разок-то. Отлично, еще разок бомбанешь? Молодец, умница. Вот так вот. Хе, замечательно. Давайте опять таверну поставим. Будем уже с этого края бомбить. Пускай отвлекается он на них. Так, Франкенштейн. Ой-ой-ой-ой-ой. И пиратики. Так, давай, сковородница. Призрак, стань. Стань, стань. Ага, отлично. Ой, что-то как-то, что-то больно быстро разобрали они мою сковородницу. Так, еще алхимик здесь. Ну, ё-моё. Так, нам нужно продержаться, ребята. В любом случае, не сдаемся. Так, таверну выставляем. Все, зашибись. Так, он вызвал УФО. Хорошо, давай, пускай оно подлетит сюда. Пора горгулек наших вызывать. Давайте, горгулюшки. Ну, отлично. Пеликаша, давай, вперед, действуй. Ты знаешь, что делать надо. А, он тоже пеликана вызвал. Хорошо. Надеюсь, мы успеем все-таки его забомбить до того, как он подлетит к нашей башне. Тут еще Хельсинг этот мешается нам. О, опять Франки вышел. Блин, все-таки уничтожит. Да, уничтожил он не одну башню, ребята. И двигается к моей главной базе. О-оу. Так, давайте защищать всеми доступными нам способом. Так-так-так-так-так. 10 секунд, ребята, продержаться. Всего лишь 10 секунд. Какие 10? Уже 5. Ну! Ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Дудки тебе. Отлично, ребята. Фух. Да, горячий был бой. Я даже вот так вот сделаю. Пускай немножко позлится. Ух, елки-палки, аж дух перехватило. Ну что, давайте тогда опять, наверное, сразу же начнем следующий бой. Не будем тут сопли на кулак наматывать, тут что-то рассматривать, раздумывать. Будем играть до упора, до последнего. Желательно бы мне еще так победок 5.
Ну, это мои мечты, ребят, такие. Не обращайте на это внимания. Хотя, кто его знает, всякое может быть здесь. Игра такая, знаете, непредсказуемая. Давайте таверну, конечно же, ставить. Если она выпад... Оу, тихо. На нас бежит самурай. Надо срочно бой перехватывать. Ё-моё, ты посмотри, что он делает, а? Он своего кита призывает. Слушайте, я, кажется, понял тактику его. Он сейчас будет китами бомбить мои башни. Я такую стратегию уже проходил как-то однажды. Ну, давай-давай-давай. Хайт, успеешь, нет? Нет, не успеет, он не уничтожил, блин. Аж бесит. Ну, давайте, пришельцы, убивайте этих горгулей, пока мои тут пиратики бегут. Ты посмотри, какого 4-го уровня у него горгуши. Кстати, я вот думаю, может быть, мне в колоду тоже взять вот этих вот 9 штук горгулей. Правда, не стоит очень-очень дорого, если честно, по мане. Но хрен его знает, может быть, как говорится, затраты оправдывают это все. Так. Каспер, Каспер, ну, алхимика не может, что ли, стопорнуть? Ё-моё, ну это вообще жесть какая-то была сейчас, а? Отлично, вот девочка-сковородница нормально действует. Так, Минотаврик бежит. Давайте сейчас горгулик вот здесь вот на перехват. Ой, бомбанет, нет, не успел, ребята. Ты посмотри, он задолбал своего кита этого выкидывать, а? Давай, горгуша, ну? Ну, пиратики, добомбите, ну, пожалуйста. Вот, все, молодцы, умницы. Так, ну что, мы потихоньку уже начинаем его главную базенку бомбить. Так, он ждет, ребята, он копит. Он копит ману, точнее, энергию. Так, вот мне не хватало здесь еще джина. Так, здесь, наверное, придется нам Хейда выкидывать. Оу, щет. Давайте, наверное, блин, вот так вот все-таки сделаем. А сюда Каспера. Каспер, ну... Застанил. Ну чё мои башни не бомбят-то ни шиша, я не знаю. Хейд, ты куда пошел? Ё-моё, я уже думал сейчас. Ох ты, ёл. Ты посмотри, он своим вонючим самураем забомбил мне башню одну. Причем так легко и просто, но мы-то, ребята, отыгрались, как вы видите. Я делаю стан. И мои ребята разбирают, да, ребята, разбирают его главную башню. Фух. Что ж, я скажу, неплохо мы идем с вами. Совсем неплохо. Что это? А, это у нас француз какой-то был, да? А, французская лига даже была. Точнее, чувак из французской лиги. Ну, пускай смотрит и наслаждается. Так, поехали дальше. Слушайте, что-то я смотрю, тут давненько нет ребят, которые одними эпическими картами, как говорится, снабжены, вооружены. Пока идут обычные. Но, поверьте мне, такие есть ребята. И они наверняка нам встретятся сегодня. Которые будут просто на нас рвать. Я даже вообще-то ничего не смогу сделать. Вот увидите, попомните мои слова. Так, ну что, ну если, конечно, мы успеем за это время моей игры это все увидеть, потому что вы знаете прекрасно, что у меня лимит ограниченный. Сейчас скоро придут детишки и начнут тут бегать, кричать, и, соответственно, я уже не смогу ничего записывать. Так, ну что, давайте потихоньку начнем, наверное, да? Пускай она идет. Ага, он УФО вызвал, блин. Слушайте, я себе... Опа-на, вот это новости, у него тоже хейт. Оу, сейчас он мне, блин, базенку-то размажет. Ёлки ты палки. Ну бейте хейта, блин. Ага. Все, понеслась, блин. Я лишился, ребята, одной башни. Сразу вам говорю. Хотя нет, смотрите-ка, выстояли мы. Да как эта чертова пиратка умудрилась убить моего Хейда? Соло причем, блин. Странно как-то все это. Так, ладно, Хельсинг идет. Давайте, наверное, сковородницу сюда вот на перехват поставим. Опять это поганое УФО летит. Надо его тоже перехватывать. Нет, Каспером не пойдет. Давайте вот так вот сделаем. Пускай горгули будут бомбить. Ага, полицейские вышли. Оу, ну тут-то, конечно. Ребят, по-моему, я здесь лопухнулся, если честно. Надо было мне немножко не так сделать. Ну, что сделано, то сделано. Так, у него, смотрите, тоже, оказывается, есть таверна. Да, долго же он ее держал. В секрете от меня, блин. Давайте сковородницу выставлять. Надо было бы, конечно, и таверну еще сюда вызвать. Мозги бы ему покомпенсировать, по идее, да? Но у нас есть шанс в данный момент забомбить одну из башен. Поэтому, да. Ребята, мы забомбили, но он мне тоже забомбил. Он тоже забомбил, поэтому
Весь акцент и упор делаем на главную базу. Так, Хельсинг здесь ничего не сделает. Черт подери. Станет нет смысла, наверное, ребята, да? Хотя сейчас тут будет жарко, очень жарко. Смотрите, что делает Уфо, а. И эти тут еще козлодои бегут мелкие, а. Ну, давайте пиратку бомбите. Блин, все-таки она жесткая, прокачанная когда. До 8 уровня, нифига, блин. Да, тут, конечно. Даже не знаю, ну ладно, сковородница забомбит ее, понятное дело. Опять он со своим Уфо, да, ты достал. У него, короче, любимая карта Уфо. Потом Ван Хельсинг, я вот заметил. Ну, давай. Ребята, а больше ничего не оставалось сделать, только так. Блин, все равно у нас будет ничья, будет бой продолжаться, поэтому зря я, конечно, это сделал. Оу, хейт идет. А вот это вот хреново, ребята. Вот зачем я туда послал хейда? Его же сейчас никто не успеет подбить. Ё-моё, а его он и хейт сейчас будет бомбить мою эту. Ёлки-палки. Ребята, вот это надо было так лопухнуться, а? Я сам себе подосрал, если честно. Надо было мне его ставить впереди, как раз бы они на него переключились бы, он перевоплотился бы и хотя бы убил бы, и, ну, не убил бы, а возможно бы наравне сыграли бы против его хейда. И второго там врага, я уже забыл, кто там шел. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, вот так вот, ребята, всегда бывает, блин, на ошибках учишься, блин. Только эти ошибки почему-то очень часто у меня повторяются, и меня это бесит. Ну давай, быстрее, расчетное время, 17 секунд, уже прошло, блин, полчаса, блин, пока ты тут не найдешь противника моего. Давай быстрее, пока я весь злой в гневе, блин. Хотя эти игры не для того, чтобы срывать тут зло, а для того, чтобы тактически думать. Да, предугадывать ход врага и так далее и тому подобное. Так, слушайте, таверночку я поставил, сейчас побегут у меня пиратики мои. Я не знаю, может быть, пиликашу отправить с этой стороны? Да нет, ребят. Пеликаш отменяется, потому что у него тут, видите. Ёлки-палки, ты посмотри, он и Йети вызвал, и этого. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте, можно. Так, заморозка, да, значит, Йети делает. Черт бы его побрал, этого Йети. Когда он погибает, у него идет вот эта вот аура, которая замораживает моих юнитов. Слушайте, а вот зачем я здесь поставил, блин, две таверны? Сейчас же он одним взмахом будет их ложить всех налево и направо. Вот сковородница здесь самое то. Черт бы тебя побрал, а? Ты посмотри. Посмотри, он Санька без головы вызвал. А этот чувак, насколько мы знаем, он очень мощный. Правда, он на него прилично потратил энергии. Так что сейчас у него, возможно, ничего такого не будет хорошего. И у нас есть и будет шанс, наверное, все-таки какую-нибудь башню завалить ему, да? Да, вот эту мы завалим, отлично. Ну, а с этой еще поборемся. Так, горгулик мы расстреливаем. Давай, сковородница, ты пока иди. Ну, все, Тесла сработала, отлично, ребята. Так, опять алхимик. Ну, алхимика сейчас сковородница должна забомбить, по идее. В принципе, без проблем, да. Так, пришельцы, все, фух. Как говорится, на горяченькую сыграли и победили, ребята. Отбили, по крайней мере, свои очки, которые потратили в прошлой игре. Ну что ж, дорогие мои друзья, тогда на этой ноте я, наверное, пожалуй, буду завершать эту игру. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то ставьте лайк, комментируйте. Может быть, вы какие-то мне предложите комбинации свои. Буду очень рад это почитать. Ну, а на этом все. Всем пока. До новых видосиков. Скоро увидимся и услышимся. Пока.